Людям с этим именем сложно выстраивать личные отношения, несмотря на искренние чувства любви. Значение буквы О сообщает обладателю имени развитую интуицию, способность испытывать глубокие чувства, а также ставить перед собой четкие цели и добиваться их. Нумерология указывает по этому имени явное равнодушие к чужим проблемам. Буква А в этом имени несет символ первооткрывателя. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Это имя носит будоражный характер, более склонно окружать себя людьми, которые или ниже по социальному статусу, либо не обладающие явным авторитетом. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Люди с этим именем отражают полное стремление к самообразованию, экспериментам и достижению успехов в выбранной отрасли. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Звук «О» не у всех вызывает положительные эмоции, многих настораживает. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Там, где другие 10 раз свернули бы себе шею, владельцу этого имени повезет. Другие недостатки единиц – их склонность к сухости, даже жестокости по отношению к другим, стремление к власти любой ценой, упрямство, чрезмерное честолюбие, умение эксплуатировать людей и в крайних случаях агрессивность. Часто люди с гласной «О» склонны к консервативному образу мыслей, и принципиальность сковывает их возможности. Частые разочарования и страсть к экстриму наделяют владельцев этого имени гибким характером, но зачастую они лишены истинного счастья в жизни, которое заменяет упорным трудом, часто перерастающим в трудоголизм. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Звук «Г» в этом имени предопределяет стремление к знаниям, практичность, умение правильно оценивать ситуацию и быстро реагировать на происходящее. Но также звук «Г» означает и обидчивость, ранимость и тонкую душевную организацию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.